И вот, в предыдущее во время вторжения, тогда Саша дрался с Настей. Насчет того девушки, Алисы, на самом деле она не хотела. Она просто была под приказу Насти. Она была как ее игрушка. Поэтому Алиса предала своей госпожи, и она решила перейти на сторону Александра. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, и так и случилось таким образом, в том, что она на самом деле не хотела убивать Лену. Она, видишь, только выполняла приказ. Но она очень добрая девочка. Особенно Настя. То есть не Настя, а Алиса. Вот из главной семьи клана оказалась Настя главная. Из этой семьи клана ниндзя. Потому что она дочка главного босса из клана. И ее отца звали... Шрек. Это его не имя, это его прозвище. Шрек. А его имя Иван, настоящее имя. Самый главный злодей оказался среди всех. Да, не ожидал таких ситуаций, такой получится. Вот поэтому Алиса, тот самый тоже ниндзя из этого клана, который она покинула, перешла на у Саши, можно так сказать, Александру, его, к нему клана. Поэтому двое, получается, защищают Лену. Только Лена знала, что она не сделает этого. Тогда ее приказали убить ее, но она не смогла. Поэтому после того, все эти событий, так и стало известно. Потом, Лена решила попросить у Саши обучение боевого искусства ниндзя. Но на самом деле это просто обычное боевое искусство, а не ниндзя. Ниндзя — это мы можем сами стать. Это так говорят, что обучаешься ниндзей. Но ниндзя обучение тоже звучат. Существует такое. Потому что их и тоже изучают. Например, сари, мечи, посохи, чайки и многие другие виды оружия, то, что связано с боевое искусство ниндзя, которое используют только между ближней и дальней. Именно бесшумное оружие, которое не произносит лишние шумы. Я имею в виду не такие, как пистолеты, автоматы, ружье и так далее, снайперская винтовка, вот что там вроде. Естественно, Саша согласился ее обучать, но это потребуется больше дней или месяц, даже год, даже больше одного года. Примерно как от 5 до 10 лет, чтобы обучаться. Но на самом деле это нужно обучаться только самому с детства. Да, это такое и случается. И такое и будет. Но, с другой стороны, прошло около 2 года. Лена обучалась боевое искусство ниндзя. Сначала, в первую очередь, она обучалась только для обороны. Самого обороны. Потом, через какое-то время, начали дальше обучаться. Но не получилось, потому что сейчас пошли его атаковать. Не то, что как мы нападаем на них. Наоборот, они к нам. Эти мафия как раз и хотят устранить. И это случилось нападение в наших колледже. И напали именно к нам. В наш колледж
где учатся мы, все студенты и студентки и так далее. Единственное, что только Лена, единственная девушка-студентка по обмену, грозит ее опасность намного больше, чем у остальных. Да. Они схватили всю школу, то есть всю колледж, точнее. У них там школы нету, там уже образование высокое. И поэтому... Единственное, что Саша и Алиса, плюс и Лена, начали защищать свой колледж. Плюс... Да, плюс. Вера присоединилась туда же, присоединиться. И начали драться с этим мафией. Ближний бою. Они дальние. Да, у них дальнее оружие. У них там еще пистолеты, ножи и многие другие виды оружия. Мафия пытались, но не удалось мафии. Потому что наши вот студенты как раз и перебили. Единственные главные семьи из этого черный ниндзя, король теней, который его называют, потому что он хозяин ночи, потому что он появляется только ночью, то есть. И вот в том монете и так и продолжалось сражение до тех пор, пока не появится тот самый Настя из главной семьи ниндзя из другого клана. У них тоже как звучит как королей ночей, только они немножко другого цвета. Потому что король теней должен быть черного цвета. Ну, конечно, не обязательно полностью весь. Ну, чтобы немножко было видно, тебя было. Вот, и они носят цвет красный. Они красного цвета, как звучение кровь. У них клан крови называется. Ну, на самом деле, это просто так. Я хочу рассказать такую теорию. О том, что кровь не просто кровь. Там немножко по-другому звучит. Кровь это одно. А на самом деле, он произносится как-то по-другому. Пока я не могу сказать, как это будет произноситься, то простите. Пусть будет проще покороче. Просто кровь клана. Ну, я имею в виду по алфавиту букву К, с какой там можно произносить. Ладно, не в этом сейчас суть. Дело в том, что после этого Лена, Вера, Алиса и Александр победили мафию. А и вставали. Полиция как раз и искали этих ублюдков. Но никто не знал. Никто не знал, что они здесь. Среди людей. Существует в том, что на территории. Все думают, что эта мафия из Америки. Прибыли в Россию. А оказалось, они и есть наши русские мафиози. Просто замечательно. Но, с другой стороны, тогда Вера так уделилась. И решила тоже присоединиться. И так и шла такое собрание армии, короче, ниндзя. Как говорится, армия черных против красных. Можно и так сказать. Итак, переходим в другую сторону. В этом Насте, в том монете событий, она узнала, что ее Алиса предала. Потому что она не выполнила приказ, чтобы убить Лену. И Настя как раз решила принять иначе меры, короче. И она это и приступила к такому действию. Да. И вот, пожалуйста. Настя начала собирать своих людей, собирать всех до единого. Потом произошло там такое, да,
да, и собрание такая непростая. Они собрали людей и начали действовать иначе. Да, враг иначе будет всегда жестокий. Вряд ли назовешь мирным путем пойдешь. Да, но об этом еще никто не знает, потому что это только начало. Начало войны. Только между двух ниндзя. Разных кланах. Между черным и белым, то есть не белым, а красным. Но насчет белого клана, ниндзя как раз появился тоже, но только позже, не раньше. Белая армия клана под названием «Белые тигры» этого боевого искусства ниндзя появились после сражения с мафией. В течение около 5 лет прошло. Да, уже почти они уже больше не студенты. Почти. Но у них осталось еще 2 года обучения. Ну, на самом деле они уже должны уже раньше уже закончить это вот образование. Но было таки неполадки в том, что их оставали на 1 год или на 2 года, и поэтому со временем они учились так долго. Из-за обстоятельства в том, что они не часто присутствуют в колледже, плюс еще и нападение между борьбой с терроризмом. Ну, что-то вроде этого. И поэтому они так и учились пока с тех пор. Это почти считается, учились еще и 5 лет дополнительный. Конечно, это жестоко, но ничего не изменишь. Такова жизнь. Осталось у них только 2 года. 2 года. Они уже взрослые уже стали. Александру исполняется уже где-то 34 года. А вот насчет девочек и одну Лену то же самое исполняется того же, сколько и Саши. Насчет Алису и Веру. У них тоже один тот же год, и только месяц с числа разные. Но вы уже сами догадываетесь, сколько им уже исполняется. И вот пока что еще идет. А вот насчет белой, которую я говорил, кланов тигров, они наоборот перешли на сторону черных. Нет, они не покинули, а наоборот заключили союз. Да. Из белых кто у нас главный? Это у нас Коля. Это старший брат Лены. Но не родной, а двоюродный старший брат из главного семьи кланов Белых Тигров. И поэтому они заключили союз. И он тоже узнал об этом, что его младшая сестра в опасности. И поэтому Коля согласился тоже помочь сразиться с главным врагом, который является кошачьи когти. Во, сказал Коля. Это называется такой клан у красных. Слово как когти. Как кошки слово. Кошачьи когти называется. И между два против одного клана, но на самом деле идет сражение 2-2. Потому что у кошачьих когти есть еще один союзник. Это уже не мафия. Не мафия. Это тоже ниндзя. Но только желтого цвета.
желтое солнце. Вот такой называется клан у желтых цвета. Желтое солнце, кошачьи когти против белых тигров и против черных ниндзя, королей теней. Ну, на самом деле, скрещенно вот так произносится не черный ниндзя, а черный королей теней. Вот так типа слово ночь она произносится. И вот так из этих двух, между белый и черный, стали сражаться против красных и желтых цвета кланов боевых ниндзя искусств. Ниндзя. Но, конечно, может быть таким образом, но из главной семьи из желтых состоит мужик. Из красных, ведь Настя, главная семьи клана красных, кошачьих когтей, а солнечных солнц, солнце, удара. Это полностью такое название. Как типа суд скрещенный. Переносится полное название клана желтых. Солнечный удар солнца. Ну, просто у них такое, ну, так называется. Вот. Из этих желтого главного семьи состоит, естественно, как я уже говорил, парень. Но ему зовут Андрей. Он, ну, младший брат Насти. Именно родной. Посрание между белым и черным кланом.